Здравствуйте, с вами Владимир Захаров. Видите, я учусь ходить по воде, пока, правда, позамерзший. И сейчас я пройду в тепло и за компьютером вам расскажу, как сделать так, чтобы китайская метафизика дала нам больше силы в новом 2021 году и о своем новом проекте «Формула антисекрета 2021». До встречи за компьютером. Сейчас мы находимся на странице курса «Формула антисекрета 2021». И с самого начала у вас есть выбор – изучать или применять. Если вы нажимаете «Применять», соответственно, регистрируясь в этот пакет, вы получаете информацию сугубо для вас. Вам не нужно изучать материалы курса. Но если вы решили изучать курс, для вас совершенно замечательный проект, который развивается и усовершенствуется уже на протяжении 13 лет. На этой странице вы увидите расписание встреч проекта. Мы начнем уже 9 января с онлайн-семинара для новичков. Дальше 18 января поговорим по поводу активации. И 22 января будет сердце проекта, наша мощная онлайн-встреча по поводу 2021 года и как сделать его наилучшим для вас, для вашей семьи, для вашего бизнеса, для вашей карьеры. 27 января встречу проведет мой друг Евгений Тертичный и расскажет, как держать свою энергию и здоровье на хорошем уровне в 2021 и не только. И в заключение проекта 31 января я отвечу на ваши вопросы. Итак, у нас будут 5 встреч по 2021 году, где мы говорим о фэншуй, о бадзи, о выборе дат, об искусстве цимендунзя, мистических дверей и прочее, прочее, прочее. Расписание встреч также доступно в личном кабинете проекта «Формула антисекрета 2021». В самом верху вы видите график наших встреч. Отчасти мы уже разместили методические материалы курса, которые будут в дальнейшем пополняться. И сюда же мы будем выкладывать записи наших онлайн-встреч. Если вы что-то пропустили или хотите переслушать, записи онлайн-встреч будут доступны для вас, для прослушивания в комфортной обстановке вашего дома в удобное для вас время. Также вы, как участник антисекретов, получаете доступ к онлайн-версии калькулятора Бадзи.ру, где выполняются все необходимые расчеты для освоения и внедрения материалов курса. В стандартном пакете антисекретов это доступ до марта 2021, в пакете «Плюс» доступ на весь 2021 год. Также сейчас мы заканчиваем ребрендинг нашего калькулятора Бадзи.ру, и с 13 января вам будет доступна бета-версия, наш знаменитый старый добрый калькулятор Бадзи.ру в новом виде, с новыми модулями, красивый для вас, для повседневного использования. Например, многие просили добавить цвета. Вот они, можно менять здесь подписи на русском или на пиньин, добавлять стратегемы, гексаграммы к этому блоку информации, цемень для битвы. Но это еще не все. Вы, как участник курса, получаете в подарок мощный мастер-класс «Небо, еще раз небо и 8 отмычек», который пройдет 21 января 2021. Мы поговорим о специальных активациях, соединяющих три точки в пространстве,
Я вам дам ключи на год в использовании сильных активаций цемень. Их идея лежит в уровнях ци каждого дворца в связи с вашей картой рождения цемень. Расскажу 5 легких, но эффективных способов использования цемень в 2021 году, которые вы, вероятно, еще не знаете. Как использовать дни столкновений себе во благо, плюс расскажу, как при помощи дат бадзи изучить тренд. Очень важную технику однонаправленности внутри триграмм, как ключ реализации мечт. И у нас будет введение в метод предсказания Шон-Кун, когда знаки из пространства преобразуются в числа и триграммы, и вы можете использовать это в качестве предсказания, ответа на свои вопросы, даже не прибегая к расчетам, даже не пользуясь какими-то калькуляторами, книгами и таблицами. Прежде я это рассказывал только на очных курсах и всего 2 раза. Все участники проекта «Небо еще раз небо» и 8 отмычек получают в подарок страницы из блокнота. Я брал свои записи различных лет, находил то, что мне интересно сейчас, что актуально и полезно сейчас, и рассказывал уникальные вещи, многие из которых не повторялись никогда ни до, ни после. Это текстовые уроки, которые вы получаете в подарок, присоединяясь к проекту «Небо еще раз небо» и 8 отмычек. Здесь речь идет, например, о том, что означает богатство в главной двери дома. И когда этот знак обозначает деньги, когда бедность родителей или из-за родителей, мы поговорим о секретах баджай, о баджай в сочетании с ландшафтом и многое-многое другое. Если бы я решил продавать этот курс отдельно, он бы стоил не менее $500 или вошел бы в состав дорогого очного курса стоимостью $2000. Сейчас же вы получаете мастер-класс «Небо, еще раз небо» и 8 отмычек совершенно бесплатно, присоединяясь к проекту «Формула антисекреты 2021». Но только до 30 декабря 2020 включительно. Или вы можете думать по-другому. Вы регистрируетесь в проект «Небо еще раз небо» и получаете в подарок формулу «Антисекреты 2021». В любом случае, сейчас до 30 декабря 2020 вы получаете 2 в 1 – и проект «Небо еще раз небо», и формулу «Антисекреты 2021» по цене всего $117 в стандартном пакете по курсу вашей страны. Уверен, некоторые из вас захотят больше. И специально для вас создан пакет «Плюс», где вы получаете доступ профессиональной версии калькулятора Бадзуру на 12 месяцев, доступ к моей и моей команде на весь 2021 год, где каждый месяц для вас будет специальный урок по темам китайской метафизики, рассчитанная для вас дата активации в самых разных сферах жизни, персональные даты 3 побед, очень сильная и одна из моих самых любимых техник. Вы получаете печатную версию календаря «Ваш супергод 2021 год» и специально для участников проекта «Плюс» объединенный мастер-класс «Правда и ложь о наступлении 9-го периода» и «Прямой и непрямой дух 2.0». Этот курс «Формула антисекреты 2021» очень специальный. Он происходит в уникальное время на стыке 8-го и 9-го периодов, когда происходит трансформация ци, изменение ци. И те правила фэншуй, которые были применимы раньше, они нуждаются в апгрейде, они нуждаются в комментариях, они нуждаются в новых методах использования, несмотря на то, что классика остается неизменной. И поэтому мастер-класс, посвященный наступлению 9-го периода и как мы используем китайскую метафизику в новом 20-летии, в новом цикле ци, и как мы используем китайскую метафизику в новом 20-летии, в новых энергетических циклах крайне и крайне важен. Ну и, конечно же,
Некоторые из вас захотят еще больше. Специально для вас пакет платиновый. Он далеко не для всех. Не испытывайте разочарования, если вдруг у вас нет возможности к нему присоединиться. Но если такая возможность существует, обязательно ей воспользуйтесь. Итак, некоторое резюме. В рамках сдвоенного проекта «Формула антисекреты 2021» и «Небо еще раз, небо и 8 отмычек» я и моя команда встретимся с вами 7 раз, если вы участвуете в пакете «Плюс». И вы получите доступ к огромному количеству материалов проекта. Изучив и применив хотя бы часть этих материалов, у вас есть возможность сделать 2021 фантастическим для вашей семьи, для вашей команды, для ваших близких и, конечно же, для вас самих. Прямо сейчас переходите по ссылке или кнопке под этим видео и регистрируйтесь в проект «Формула антисекреты 2021» и «Небо еще раз, небо и 8 отмычек». 2 в одном, только до 30 декабря 2020. До встречи на семинарах и мастер-классах проекта. Если бы у моего лучшего друга была возможность принять участие в одном единственном курсе китайской метафизики в году, и он спросил бы меня, какой этот курс, я бы без раздумий и колебаний ответил, что это курс «Формула антисекреты 2021». Курс, посвященный годичным энергиям в своей личной карте, в карте мистических врат, карте фэншуй, как поставить энергию пространства и времени себе на службу и сделать 2021 потрясающим, несмотря ни на что. И только до 30 декабря 2020 года вы можете получить этот курс в подарок, присоединившись к нашему проекту «Небо, небо, еще раз небо и 8 отмычек», где я расскажу секретные техники китайской метафизики. То есть вы регистрируетесь в проект «Небо, небо» только до 30 декабря и получаете в подарок весь этот мощный курс «Антисекреты» совершенно бесплатно. Присоединяйтесь к нашим проектам. До встречи на той стороне. Когда мы въехали в этот дом, к нам начала приходить кошка. Она наполовину соседская, наполовину дворовая. Зовут ее официально Матильда, но я называю иногда Мурка, иногда и вовсе собака, потому что у нее даже нет своего корыца, она выгуливается на улице, как собака. И вот эта кошка приходила, садилась перед большими панорамными окнами и грустно смотрела внутрь. Я не очень понимал, почему. И только потом я понял, что раньше здесь жили две кошки, и, возможно, она продолжает день за днем, неделя за неделей высматривать их в надежде, что они наконец появятся. Перестала она высматривать только после того, как мы разрешили ей войти вовнутрь, пройтись по дому и увидеть, что никаких кошек здесь нет. Дальше мы ее кормим. Она зимой спит внутри в гостиной. И в теплые дни, днем выпускаю ее гулять, она сидит на крыльце и грустно смотрит вдаль. И вот вчера, когда она в очередной раз сидела на крыльце, я смотрел из-за спины этой кошки, видела острые ушки. И мне пришла мысль, что поскольку кошка-то не наша, однажды мы отсюда уедем, и она точно так же будет высматривать нас и никого не находить. И я подумал, насколько все-таки животные, в частности коты, они зависимые и обреченные. Они гонимы волей судеб и обстоятельств и ничего не могут с этим сделать. И вот однажды кошка просыпается и понимает, что все изменилось. Что-то произошло. Куда-то тот мир, к которому она привыкла, делся безвозвратно. Но есть хорошая новость. Мы не кошки, и мы влияем на то, что с нами происходит. Мы осознаем происходящее. И вместо вопроса, что с нами произойдет, мы должны задать себе вопрос, что мы хотим, чтобы с нами произошло. Каким мы видим наше будущее, будущее нашей семьи, будущее людей вокруг, наших клиентов и так далее. И мы на это влияем. Наша обязанность на это влиять – это наша работа – формировать то будущее, которое мы хотим, в частности, используя инструменты китайской метафизики.
приветствую всех на курсе, посвященном 2011 году белого или металлического кролика, и мы начинаем. И в этом небольшом видео мне хотелось поговорить о 5 причинах, почему люди не любят фэншуй. Всех на онлайн-семинаре, посвященном секретам фэншуй в 2012 году. На курсе секретов фэншуй 2013 из этого всего, скомбинировав звезды замещающие и звезды годичные, и по отношению к Лашу я сделаю гексограммы и расскажу по поводу всех дворцов, что активировать, когда активировать, почему активировать и так далее. Основная задача стоит перед вами в наступающем или уже наступившем году деревянной лошади. Большинство из вас ответили, что это финансы. И, надеюсь, вам удалось посмотреть первое видео из серии «Секреты фэншуй» в 2014 году, в котором я рассказал, как втолкнуть денежные звезды. Если вы хотите принять участие в курсе «Антисекреты фэншуй» в 2015 году, буду рад вас видеть в проекте. Мой совет в 2015 на Новый год и так далее – не дарить козу. В 2015 идет столкновение коза и бык. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы, по крайней мере, когда вы входите в дом, в сфере обзора вы не видели нигде фигурку или изображение козы. Окей? За эти годы я обучил свыше 5000 студентов, обычно такие серьезные профессиональные курсы для серьезных энтузиастов, но многие думают, что фэншуй – это о жабках, хатеях, монетках и так далее. И надо сказать, что эти инструменты, они помогают, они действительно инструменты в моих руках, как у профессионального психолога, и они мне помогают работать с клиентами, решать их проблемы. Как сесть на этот кризис и получить из него выгоду. Вот я вот это себе точно поняла, как это нужно сделать. Я расскажу о том, как сделать фэншуй в 2016 году огненной обезьяны наилучшим с помощью китайской метафизики. В этот раз мы решили, в принципе, как и в прошлом году, провести не только заочную встречу, но и также очную встречу, одна из которых пройдет в Киеве, вторая пройдет в Москве. Мы готовим сейчас самый сильный курс года. Это антисекреты фэншуй в 2017 году. Я обычно говорю, чтобы если бы я своему лучшему другу детства советовал, какой курс фэншуй приобрести, у него были бы только деньги на один курс, единственный шанс. Вне всякого сомнения, я бы ему посоветовал принять участие в годовом курсе фэншуй, в данном случае в курсе, посвященном секретам фэншуй в 2017 году. То есть, что является проблемой в 90% случаев? В 90% случаев проблемой являемся мы сами. У нас есть такая книжечка «Супергод 2018. Календарь побед». У вас есть знания фэншуй, и у вас нет миллиона долларов. Что разрушено? У вас либо нет знания, ну, то есть в тетрадке записано, но на самом деле вы это или не поняли, или не изучали у разных товарищей странных, которые не обладают настоящим знанием. Может быть, взять из того, о чем мы будем говорить сегодня, немножко. То есть, что с вами резонировало, ну, может, максимум 3 пункта. Взять 3 пункта, но действительно, которые в вашей субъективной реальности звучат как охренительные. Эти 3 пункта внедрить в свою жизнь. Я вот приобрела, скажем так, ту уверенность, которой мне не хватало. Очень рада, что удалось мне оказаться сегодня здесь. Спасибо огромное. Спасибо за простые,
методы, которые объяснены очень живым языком и просто шикарный юмор. Присоединяйтесь к моему флагманскому проекту «Антисекреты фэншуй», который прошли тысячи и тысячи моих учеников, который изменил жизнь многих. Сделайте свою жизнь, свой бизнес, свою карьеру наилучшим. Получите конкурентное преимущество по отношению к тем, кто испытывает недоверие, скепсис к этому компоненту удачи, к этому тайному метафизическому компоненту, который все вместе сшивает. И до встречи на той стороне.